вообще я с попасной. И как я отношусь? Ну, как может украинцы к этому относиться? Конечно, отрицательно. И зачем они нужны, и кому они нужны? Вы отрицательно относитесь? Да. Да. Почему? Потому что я хочу жить при своей власти, при своей Украине. И в себе дома. Не платить больше ни денег за квартиру. А как вы относитесь к референдумам, так называемым? На территории ЛНР и ДНР. Отрицательно. Це наша країна. Отрицательно. Это наша страна, наши, пусть ее отбивают. Это наше все. Русским не надо разрешать забирать нашу землю. Я за то, чтобы освобождали всю нашу территорию. Це територія України. Это территория Украины, а это оккупанты, которые пришли отобрать наши территории. ВСУ слава. Скоро все будет Украина. Какой может быть референдум у врагов на нашей земле? Никого никогда не проклинала, а их проклинаю. Хочу, чтобы на месте России была большая воронка, чтобы этих людей больше не было на земле. Да какой референдум? Украина есть одна. Вы что? Только мы, только Украина. ВСУ победит, и мы за них. Мы живем только этим. Надеждой этой. И все будет хорошо. Украина, все.